В реке Енисей растет уровень воды. По данным гидрометеоцентра, кромка ледостава продвигается вверх по течению реки и через пару дней окажется возле Подсинева. Охотники Хакасии с начала этого года добыли уже 13 волков. Шкуры животных доставлены в зоопарк. Уже второй год в республике разрешен отстрел волков из-за частых случаев нападения на людей и скот. Премия за взрослого волка 8000 рублей, за волчонка 2000. Из Хакасии больше всего экспортируют алюминий и ферромолибден. Эти материалы вывозились больше, чем в 20 стран мира. Второе место занимает уголь. Ввозят в Хакасию мясо из Монголии, фасоль, овощи сушеные, солод, хмель. Об этом сообщает информагентство «Хакасия». В Абакане мошенник обманул банк на 50 тысяч рублей. По поддельным документам, справке о зарплате и месте работы 26-летний мужчина оформил кредит, но так и не начал погашать его. Спустя два месяца сотрудники банка обратились в полицию. Проводится проверка. В поселке Туим Ширинского района ищут похитителей ледорубов. В местное отделение полиции обратилась хозяйка частного дома. Она сообщила, что ночью к ней во двор пробрались неизвестные и украли три инструмента для рыхления льда. Ущерб устанавливается.